качестве открытость я почувствовала такую легкость и необыкновенную наполненность сердца, ну, наверное, любовью. И читая авторское прочтение «Мечтание звездная капель», слушая вот эта фраза «неся любви благую весть», в этой миниатюре тоже так почувствовала, что это сама миниатюра — это как проявление любви, это как наполнение мира вот этими прекрасными любящими чувствами. Я почувствовала, что качество открытость — это постоянная отдача, постоянное наполнение, постоянное такое вот созидание, творение. И в этом качестве почувствовалось столько счастья, столько радости, столько такой вот вальс звучащий, он дает вот это ощущение, что это как на все 360, да, вот везде это, вот такое вот движение, отдача, наполнение, такое ощущение какой-то вот неустанности еще подарило это ощущение встречи с этим качеством. И даже только его произносишь, уже слушая миниатюру образную, открытость, и словно бы как бы сердце открывается миру. Ну, спасибо большое. Так чувствуешь прям сама миниатюра, она наполнила прям вот этим вот чувством, ощущением радости встречи с этим качеством. Почувствовала, слушая миниатюру, что там такое счастье живет, вот именно счастье разливается в звуках музыки. А это счастье, как почувствовалось, там вот скрипки звучат, и все время направленность вверх, направленность к высокому, направленность к свету. И я так почувствовала, что это качество, откуда эта открытость сердца, а это принятие этого света и тут же его проявление. И вот это постоянное такое действие, оно мне показалось в музыке, оно прям так ощущается, чувствуется. И оно очень наполняет, прям счастьем наполняет. И радостью, там столько радости такой светлой в музыке звучит.